потяну, переверну. Я же сделаю по-любому что-то. Я по-любому что-то сделаю. Вообще пофигу, дисквалифицируют, вообще без разницы. Пускай он будет готов к войне. Если человек ко мне относится неуважительно, я буду его ломать в любом месте, при любых обстоятельствах. У меня эмоциональный срыв бывает в такие моменты. Я не могу контролировать ничего. Если человек относится ко мне неуважительно в мой адрес, все, это для меня красная ленточка. Настолько он меня достал уже, этот человек. Обновляется поединок, очень сложно сейчас. Проход в корпус. Никите. Ой, бросок! Хорош, эй! Стоп, нарушение правил. Че это самбо, блядь, а, братан? Че за позорище? Либо бейтесь на кулаках, либо нахуй не надо. Мрестлинг не делал. И че ты, мужчина? Устроили цирк. Я тебя без гонорара оставлю. Я тебе реально говорю. Я что сделал? Что ты сделал? Тебе сейчас объясняю, что ты сделал. Ты устроил цирк. Хочешь побороться? Иди в хардкор ММА и борись. Только с Каримовым ты что-то с исламом поборолся. Вон сходи с Амабрагимовым, иди поборись. И что? И что? Это повод по вольной борьбе ёма проводить, братан. Ну это смешно. Даниэл, а добил ты его на рефлексе? Но это же некрасиво. Да, ты сделал добивание, удар. Когда, уже после броска, Даниэл. Реванш я не буду с ним бороться, это был рефлекс. Но я к этому реваншу подойду уже с холодной головой. Сейчас он ответил за те слова, которые он говорил тогда. Я ему не простил этого еще. Я ему на конференции говорил, будь готов ко всему. Но вот это я его два раунда выигрывал. Во втором раунде два нокдауна не отсчитали. Меня просто поразила злость, и я его кинул на рефлексе.